Здравствуйте, дорогие друзья, интернет-сайта свадьба-видео01.рф. И на связи с вами сегодня Опенько Сергей, видеооператор, видеомонтажер видеостудии свадьба-видео01. После того, как я разместил видеовизитку педагога, мне стали поступать такие вопросы: как я сделал красивые эффекты, в каких программах я работаю. Для наших дорогих подписчиков, посетителей и друзей я решил записать такой короткий видеоурок, как сделать простой, но очень красивый эффект. И сразу я вам скажу, что все почти эффекты я сделал в Sony Vegas Pro 13. Запускаем Sony Vegas Pro. Затем создаем новый проект, после чего создаем две видеодорожки. Нажимаем Shift Ctrl Q. Затем размещаем две фотографии. После того, как мы разместили фотографии, включаем инструмент Pen Crop под видео маленький квадратик. Этот инструмент работает по ключевым точкам. Фотографию можно как приближать, так и отдалять. И совершать разные действия. Ставим первую ключевую точку и в конце вторую фотографию отдаляем. Включаем вторую фотографию. Чтобы убрать черные полосы по бокам, нам нужно нажать правой кнопкой мыши выровнять пропорцию. И чтобы задняя фотография не отвлекала внимание, на нее нужно наложить некоторый эффект. Переходим во вкладку эффекты, черно-белый. И затем мы наложим черно-белый. А там дальше, на что у вас хватит фантазии, можно сделать много-много разных. Также заднюю фотографию можно сделать тоже движение, что добавит больше изящности, красоты. Вот такой простой, красивый эффект. Делается всего за 2 минуты. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, вступайте в нашу группу, заходите на наш сайт, комментируйте, вставляйте свои вопросы. Мы будем по мере возможности вам отвечать. Самых активных, кто хочет заняться фото и видеосъемкой, мы возьмем с собой на свадьбу. Там вы сможете потрогать дорогую аппаратуру вживую, поснимать, посмотреть, как мы работаем. И все это бесплатно. Александр Денцура, Сергей Опенько, Дмитрий Таянов. Видеостудия «Свадьба-видео 01».